И смотрите, что сейчас будет. Легендарная обнова, чуваки. Ура! Наконец-то она вышла. Я просто сейчас в небольшом шоке. Это легендарная музыка. Это просто что-то с чем-то. Я не знаю, что сказать. Еще это хэллоуинские скины вышли. Вот, давайте сейчас на секунду зайдем на мою основу. Вот, там у меня много бойцов, много лег. Вот, и там можно просмотреть бойцов. Вот, все моих. Вот, давайте сейчас зайду. Так, все, захожу пока что на основу, на свою хуху-пердуху. И приступаем. Вот мой аккаунт. Я на него вообще уже не играю. Вообще от слова. Я забросил этот аккаунт. О, опачки. Пальцевешек. Опа. О! Ну, понимаю, газ. Сверхредкий. Новый боец. Так, ладно, давайте зайдем в магазин. Так, вот он у нас, филантропский Леон. Мортис, подарок. Погоди. А где остальные скины? Остальных скинов нету? Ну, фиг с ним. Главное, что есть скидка на вот этого Робомайка. Смотрите, он всего-то 200 гемов стоит. На него делали максимальную скидку на 250 гемов. Вот. Кстати, сейчас начинается самый любимый ритм музыки, который сейчас играет. Вот самый любимый момент. Ну, в общем, этот Леон стоит 50 гемов. Давайте... Блин, его нельзя пробовать. Мне было интересно его попробовать. За него поиграть, посмотреть, сделали ему какие-нибудь эффекты и все такое. Ну ладно, давайте сейчас зайду на мой твинк, который сейчас будет являться моей основой, потому что на этом аккаунте я не играю. Почему я на нем не играю? Потому что я забросил, мне уже надоел. Тут столько прокачанных бойцов, я не хочу за них играть. Но тут можно заметить вот этих, у которых 13 ранги. Вот, у одного даже 6. Но меня они не интересуют, мне не нравится за них играть. И вообще мне лень на этом аккаунте играть. Вот это трудиться, поднимать кубки, играть с крутыми чуваками, меня это все задолбало. Так что поэтому я выбрал аккаунт, на котором сейчас 3000. Нет ни одного 20 ранга, но скоро появится. Вот. И вот так вот у меня все сложилось. Давайте я сейчас на него перейду. Как мы видим, я уже захожу на него. Вот. Срунчик. Здесь почти 400 гемов. Да, я тоже в небольшом шоке. Охереть, вы мне предлагаете купить или... Мне даже не хватает. Скин стоит 49 гемов. А лего должна стоить. Ну, камон. Ну, суперселлы зажрались слишком. Я лучше эти гемы сохраню для новых скинов, которые выйдут. Надеюсь, они выйдут. Для таких персонажей, которые у меня есть. О, у меня газа здесь нету. Чего? Ладно, ребята, надо тут зачистить дела, поиграть немножечко за некоторых бойцов, точнее, квестики выполнить. Так, я еще собираюсь на этом маке покупать Brawl Pass. Вот, и мне надо накопить 30 ранг. Вот, а Brawl Pass я буду покупать не сейчас, а потом по причинам, которые я не хочу говорить. Ну ладно, пойдем все уже играть. Начинается зарядка. Ломаем банку за бойца Бо. Опа, Ника. Пошла это нахрен. На Бо у меня 10 ранг, поэтому тиммейты будут не такие тупые, как с 1 до 9 ранга. Ух ты, ё-моё. Охренеть, ну, это. Хватает на пиво и чипсов. Но мне тут главное не победа, а урон. Вот видите, у меня тут квест крутой для 500 жетонов. Поэтому главное наносить больше урона. Банка в середине не особо так и важна. Вот. Ну, все равно соберу. Вдруг понадобится для чего-то. Чтобы убить какого-нибудь придурка.
Ну, например, как этого Динамайка, который ушел обратно, испугался меня. Но я бы на его месте продолжал бы добивать. Потому что Динамайк. Ну стреляет у меня, Динамайк. Дино. Да блин. Ну этого придурка убить не могу. Ну, стреляет это немножко. Ну, поздно уже говорить. Камон, он что, меня слышит? Ой-ой. Отлично. У меня Бравл вылетел из-за того, что у меня обновление ПО готово к установке. Найс. И посмотрим, сколько я получил за этот раунд. Да, вот меня вот эта тварь убила. Но это я знаю, потому что он рядом был. Так, новая награда. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все такое. Ля-л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 я. Филантропский Леон. Ладно, давайте дальше будем выполнять квест. Надо глянуть, сколько я сейчас. Ну, мне не хватает. Примерно немного. Я на середине. Подниму немножечко кубков и буду играть на квест. Байрон АФК. Байрон, блин, теперь не АФК. Байрон сильный. Ну, не знаю. Точно, да, сильный. Ну да, он сильный, но это зависит только от человека, который на нем играет. Человек в начале раунда АФК шел, потом очнулся, пытался меня стрелять, ну и в итоге я его убил. Ну, это его вина, он АФК шел в начале раунда почему-то. Вот. И поэтому зафейлился. Мне его жалко. Ну, что не поделать. Это СД, братик. Ух ты, у него три банки. Я не уверен, что я этого придурка добью. Let's do this. Ну что ты за мной ходишь? Отстань, брат. Пошел бы он лучше за той банкой. И урона я почти что не нанес. Эх, сыряка. Так, ну что, давайте сейчас навернем какого-нибудь чувака и соберем баночки. Так, Пэм, пожалуйста, не иди ко мне, потому что это опасно уже будет. Опасно ко мне идти. Чувак, ты даун? Сдох меня ты. Банки крадешь. Это самое. И зря я мину поставил на автоатаку. Вот бы Эдгара на скорость пофиксили, вот тогда бы было нормально с ним играть. А так я вижу супер, вообще не мастерат на этого чувака. Меня еще убьет филантропа босса. Куда катки просираем? Нам что-то видео идет, запись тратится. На этот раз я так люблю. Ха-ха-ха, лошара. Давайте я все эту катку закончу, вот, поставлю видео на стоп. И не продолжу тогда, когда почти выполню квест на этого бобо. Бобочку. Опа. Опа. Ну все, тебе хана, я тебя дождал, чувак. Гугл. Опа, вот это филантроп. Тебе хана, братак. Брат. Что я сказал? Блин, автоатака! Почему я привык уже с ней играть? Столько лет? Я имею в виду 3 года уже. Все, давай, вали.
Эй, мыр, слышь, что ты за спиной там дышишь, слышишься, слышишься, мыришься, а филантропа в лицо не слышишься. Так, ну, остался только ты и еще какой-то заходер. Ну все, осталось только заходера убить. Привет, брат. Ну что, заходер, да? Заходера кильнул. Теперь осталось только килька. Все, давайте на запись. Запись на стоп поставлю и продолжу, когда у меня будет уже 15 тысяч урона. Давайте. Я снова тут, я просрал катку, но зато нанес много урона. И у меня теперь 15 тысяч. Остался только косарь. И могу закончить на этом видео. Я его не планировал делать 20-минутным, потому что я хотел оставить свой след в Ютубе, когда я запечатлился на Хэллоуине Бравл Старса в 2022 году. Вот. Просто хочу, чтобы это в Ютубе осталось. Вот. Вот это все хэллоуинское. Ну, типа, вы не поймете меня. Это 100%. Потому что я сейчас снимаю не просто захотела, я просто сейчас снимаю, чтобы это у меня, эти мои моменты, когда я пробовал первую обнову Brawl Stars Хэллоуин. Вот. Как-то так. Но я не знаю, как вам объяснить, я даун тупой вообще. Почему я не могу объяснить? Я же всегда все могу объяснить. Я даун. Дурак. Махмуд. Опа, Махмуда завалили. I have been blessed by the spirits. Ну что, я думаю, это победа, да? Главное не встретить 15-му баночного. Три банки. Ну это не знаю. Разно. Этому чуваку и сколько мне там прибыло. Сразу выполнилось. Блин, победить врага. Я могу еще одну 500-ку скапать. Это очень круто будет. Я больше в плюс уйду. Давайте мы это еще одну катку сыграем. Убью одного челика и все, я буду в плюсе большом. 1500 жетонов на изи. Просто наверное. Вот с момента, когда поставил на паузу ролик, вот, и продолжил дальше играть без ролика, я быстро очень справился, если честно. Прямо не 2 часа сидел и умирал, когда эти 15 тысяч добью, а прямо быстренько, хоп, и все. Вот это меня радует. Так, ну ни одного я не убил, это очень плохо, поэтому давайте еще раз. Вот знаете, сейчас как назло попадутся мне профи, и я никого не смогу убить. Потому что у меня маленькая сила на этом бо. Давай, вынеси эту нику. Давай, мне все равно, что у тебя боец не прокачан. Просто вынеси эту нику. Нахрен. Давай. Это невозможно. Ну что ты злишься, ты сама первая на меня полезла. Ну вообще-то в моих планах тоже было на тебя полезть. Yes! Можно спокойно продолжать бой. Не, вообще все равно, если меня кто-то убьет, я просто буду рисковать. О, тут и нет! Нет! Так, ладно, все, у нас 1500 жетонов. Даже 2000, охренеть, а откуда я 2000 схапал? Окей, 10 гимнастиков. 10 гимнастиков, это отлично. Так, ну что, смогу ли я сейчас газа выбить? Если не смогу, это какой-то филантроп будет. Я не знаю, только это еще. Нет. Нет. И здесь, вероятно, тоже нет будет. Почему? Это же сверхредкий, он должен мне на изи дропнуться. Странный супервый, конечно. Ладно, давайте заглянем еще квест. Так, ну вот этот я должен выполнить, так сказать. Вот, я еще должен выполнять те, которыми, с которыми 500 жетонов даются. Вот это Эль Приму в 8 раз выиграть.
Но это все мучительно, поэтому не буду это на ролик записывать. Ладно, ребята, всем пока, удачи.